Thank you.
Да. А кто он унаследовал это что? Подземки нет ничего, что тебе принадлежит. Я люблю подспиздить немножко красочки. Все знают, где ее достать. Иногда удается достать сразу за раз 15 банок. Запихиваешь под куртку, рубашку, в штаны, сзади. Больше всего спиздил 15 банок и доволен. Скажи то, что в этих, конечно, 3 грамма белка больше, чем в обычных сосисках. Рубин. Йоу, цепи, цепи, цепи на шее, поцелуй. Векман подарит тебе веслу. Вы сейчас прямо вот туда не... Ты похож на льва, брата. Лето будет жарко. Вот. Вожатый все больше и больше стал повышать голос. Знаешь, какая страшная история? Мам! ОТР в кармане потик. Держи. Ага. Ну да, есть такое. Спасибо.
Вон, видишь, два куска в кроме, короче. Ага. Вон там, через стенку. Ну. Мы делали, когда рисовали там. Бабулька подошла, не знаю, она про внутренний покой, там, понял, начала говорить про какие-то рецепты, про зуб там у нее в интимных местах. Ну этот хоть пятерку просто поставил. Походу, этот походу учитель. Блин, наверное, не знаю. По ИЗО. Ну у него и видок такой похож. Видос? Не, видок, говорю, такой похож у него, как будто он учитель. Жителями. Ну да, диалог на улице. У нас в Питере по ночам, летом на улицах людей больше днем, по-моему. Но все на релаксе обычно. Все хотят поговорить, что-то спросить, постоять. Дай попробовать, напиши что-нибудь, знаешь, и такое. А старый кто интересует еще? Ну, на кусок можно бы выдернуть. Вот Миша стоит. Побомбить точно нет. Из бомберов, в смысле, говорю, кроме нас здесь именно на стрит вытянуть никого не вытянуть. Вот и нет никого. Все либо разъехались, либо, видите ли, повзрослели. Это нормально. Больше почему я не выхожу рисовать по большей части, потому что не с кем. Ты когда ноги затекли в дороге? Держи, держи, не бойся. Сразу две. Палы.
Hansen, the beat dude. Братва гоняет на Пьер Карден. Не, пацаны, я в камеру не хочу. Там прогулы ставят. Скользкий пол, как ты, с***. Пау! Па! И спать пойдет. Ну, знаешь, слышно, кто-то заброс. Чума, блядь, играем на склад на кикну, собачья. Сейчас в данный момент у нас тренировочка, залетаем на Б, жесткий распик с дигла, поэтому всем fire in the hole, ебать, полнейший. Да так нормально.
быть плохим, значит быть. Запоминай, красавица. Если у меня три буквы русские, Яр, АЦ и ОСМ, это же вообще мало по буквам, ты что, вылезет? 8. Ну. Смотри. 6, 1, 2, 3, 4, 5 типа банок, вот такого размера. Отсюда, да? Давай мы скоро уже поедем отсюда, с Таганрога. И когда едем, я тебе позвоню. Давай.
Как покупить его? Сидеть. Короче, ему молодец. Нужно, если что-то даешь, что за дело, не просто так, типа на. Ну, возможно, с самого начала не получится. Да, давай просто. Так, получи. На, держи. О, ты еще пальцы не вкусил. Нет. В другое. Сам, а на некоторых операционных волновых. Для большинства же людей это заразы, которые не вылечены. Символ того, что общество теряет контроль. Я детектив Берни Джейкобс. Это бомба. Бомба, это суть бомбинга. Это то, что я могу. Когда я захожу в вагон, вижу свое имя, я говорю себе, да, я был здесь, я сделал это. Аккуратно. Аккуратно добраться. Лапу. Сидеть. Лапу. Пойди потегай за меня, тогда целую сосиску дам. Gold Hands and the Beat Dealer. Yeah, I'll do that.
походные рецепты от Векмана. Мажем лаваш творогом. Добавляем банан, яблоко, мажем медом, немного орехов, сворачиваем и едим. Да. Альтим. Уже что, уже рано, просто же. Вот он, завтрак граффитера. Жирки, белки. И мед. Кровь хейтеров.
прыгать там. Обед. Поедешь с нами? Мы дальше в Воронеж. Урчал, смотри, за Воронежа. Да. Хочет Тарас на рэп-студию залететь. Так, чисто пару стритов сделаешь с нами. Ну, железо, может, сводим тебя маловать. Ну, посмотрим. Ну, чё, давай. Нас бы самих бы кто сводил. Взял мастику, пошел гулять. Кэпов нету, буду страдать. Камеру убери, на... Камеру убери. А ты мат вырезаешь. А как тут по-другому скажешь? Камеру убери, пожалуйста. Будь добр, камеру убери. Я говорю, будь добр, камеру убери, да? Спасибо.
спрашивал, а прошлое, на самом деле, она была у меня, вот потом, когда отец забрал, он уже нам в студию часто поступают вопросы, как обрести свой стиль, как начать читать, как делать грязь, как стать рэпером, мать твою. И надо сказать, что вопрос, не подкупающий своей новизной, имеет ответ на поверхности. Надо быть гангстером. Надо жить этим, понимаешь? Если ты вырос в бетонных блоках, как я, если ты знаешь, что такое дырка в дырявочи, понимаешь? Если ты знаешь, что такое, когда течет хартубаф на... Когда он течет на... Понимаешь, тогда у тебя есть все шансы начать делать реальное дерьмо. Реальное дерьмо, как делает это Векман, понимаешь? Ты смотришь его канал, ты думаешь, как он там. Но, я тебе могу сказать, этого знают единицы, понимаешь? Мы число избранных, мы в рэпе. Мы делаем грязь. Все твои Б, П, З, С и вся вот эта тема летела чуть-чуть мимо микрофона, и он не собирал всякую грязь в себя. Вот. И читаешь с кайфом, чувствуешь себя как дома и делаешь это уверенно. Я буду мимо бита мазать жестко. Из этой двери ты уже выйдешь рэпером настоящим. Да, я тебя слышу, и мы тебя все слышим, и все четко, и все. Мы ждем хит. Жестко. Короче, ну там, типа, я буду читать, не надо, чтобы вы сказали, как мне это делать, потому что... Губами. Губами читай, губами. Язык включать, нет? Я вырос. Gold Hands and the Beat Dealer. Надо просто несколько раз еще прогнать, чтобы ты привык к тому, как ты звучишь, и все будет что. Слышно себя хорошо. Да, да. Ни биток не громко, не тихо. Что-то может тише, громче сделать. Бля, может быть биток чуть-чуть потише. Потише? Чуть-чуть, да. Хочешь, мы хлопать будем для уверенности себя? Или качать. Фима, фима. Так, ну давай, давай еще разок. Gold Hands and the Beat Dealer. Воронеж СПБ. Звук сирены затих. Тут 5 панелей и голос из них. Услышав мой тембр, вспомнишь мотив. Стиль передали, прежде скрутив. Пятна мотива на белых кроссах. Белые пятна на ее косах. У мусоров сотни вопросов. Они хотят дать мой номер. На эту ху... у меня толеры. Даже сквозь тонер я вижу двух в черной форме. Их дух сажает на паранойю. Но не меня, стиль поменял. День это дня, ты шифр не в курсе. Только родня, там где мы тусим, светит маяк. Вот, паузу сделать, вот ты ее делал.
Короче, еще раз закосячишь, я в тебя выстрелю. У меня толлеры, даже сквозь тонер я вижу двух в черной форме. Их дух сажает на паранойю, но не меня, стиль поменял. Я тебе знаешь, что скажу? Хлебани пивка. Сейчас попрет его. Сейчас рэп по-воронежски будет еще, блядь, в прайме. Так, ну а теперь можно по четверочкам. Да. Плавно. Давай. С таблами. Четверка основа, четверка дабл и так далее. Вот прям сразу пишем основу. Одну-одну. Основу дабл. Сразу основу, же дабл, основа дабл. Да. Да, вот так? Давай, да, давай. В черной форме, их дух сажает на паранойю, но не меня, стимель поменял, день ото дня, пиши про них в курсе, только ронят, там где мы тусим, светит маяк. Легко подействовало. Часто выхожу за грань, грязи бугря, давай за мной. В черной форме, их дух сажает на паранойю, но не меня, стимель поменял, день ото дня, пиши про них в курсе, только роднят, там где мы тусим, светит маяк. Часто выхожу за грань, грязи погрязал, выступлю на красный, можем жить по-разному, ман. Я выбираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я восстаю из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть, я выбираю муф. Так, окей. Слушай, давай смотри, мы на нее пишем дабл сразу. Давай. Потом слушаем, если хуй. Переписываем основу. Давай. Let's go. В черной форме, их дух сажает на паранойю, но не меня, стимель поменял, день ото дня, пиши про них в курсе, только роднят, там где мы тусим, светит маяк. Завтыкал. В черной форме, их дух сажает на паранойю, но не меня, стимель поменял, день ото дня, пиши про них в курсе, только роднят, там где мы тусим, светит маяк. Часто выхожу за грань, грязи погрязал, выступлю на красный, мы можем жить по-разному, ман. Я выбираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я восстаю из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть, я выбираю мув. Ну, я там знаешь, что сделал? Вот это мы, которого изначально не было. Вот мы эти... можем жить по-разному. Не-не-не, там типа... Можем жить по-разному, выхожу за грань, грязи погрязал, выступлю на красный, можем жить по-разному, мать. Там, короче, я в одной как красный, во второй раз сделал это, мы можем жить, а в первый раз сделал просто, можем жить по-разному. Выступлю на красный, можем жить по-разному. Там даже этого не слышно. Мы выступлю на красный, мы можем жить по-разному, ман. Я выбираю трап. Где? Давай. Где-то... Ну возможно, там на самом смотри, деле в первый нет. Если ты выключишь вторую, послушаешь первую, послушаешь, услышишь разницу. Но это на самом деле слышно и так нормально. Стой. Мы выступлю на красный, мы можем жить. А, да, мы можем жить вот. Мы можем жить. Это второй. Мы выступлю на красный, мы можем жить. Вот так делаем. Чик.
Выступлю на красный, мы можем жить. Да нет, даже не сначала, было живее. Нормально звучало, кстати. Часто выхожу за грань, грязи погрязал. Выступлю на красный, мы можем жить по-разному, ман. Я выбираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я восстаю из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть, я выбираю мув. Как по мне, солидно. Да, даже нормально. Основу не надо переписывать. И... солидный мужик. Солидно. Боксер, рэпер и просто хороший человек. Yeah. А теперь с мостом. Продолжай дальше читать следующий тейк. Ок. Четверку следующую. Let's go. Убираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я выстою из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть. Я выбираю мув, я выбираю мув. Я выбираю звук, я выбираю сук. Я проникаю в суть, я жизнь просто рисую. Воронеж, мафия, пацан. Все пули могут спасать, мне не нужно доказательств. Я вижу все по глазам. Вторая половина получилась, первая была. Давай еще раз. Давай еще. Убираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я выстою из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть. Я выбираю мув, я выбираю мув. Я выбираю звук, я выбираю сук. Я проникаю в суть, жизнь просто рисую. Воронеж, мафия, пацан. Тут пули могут спасать, мне не нужно доказательств. Я вижу все по глазам. Даблим срочным образом, пока не построим. Убираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я выстою из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть. Я выбираю мув, я выбираю мув. Я выбираю звук, я выбираю сук. Я проникаю в суть, и жизнь просто рисую. Воронеж, мафия, пацан. Тут пули могут спасать, мне не нужно доказательств. Я вижу все по глазам. Слушаем. Убираю трапчик, на мне клеймо потрачено. Я выстою из мертвых чаще, чем Иисус. Раз 300, но не суть. Я выбираю мув, я выбираю мув. Я выбираю звук, я выбираю сук. Я проникаю в суть, жизнь просто рисую. Воронеж, мафия, пацан. Тут пули могут спасать, и мне не нужно доказательств. Я вижу все по глазам. Пушка вообще. Давай дальше. Нормально. Давай дальше. Let's go. Так, тут пули могут спасать, и мне не нужно доказательств. Я вижу все по глазам. Не представляешь жизнь без меня. А, подаче пи***. Было на самом не деле. Представляешь, прям вообще жестко. Ну такой, потому знаешь, что, вот смотри, смотри, ты же закончил. Вижу все по глазам. Не представляешь жизнь без газа. Вот, чтобы, меня сжигает азарт. Чтобы закончить концерт. Подари билет на концерт! Что происходит? Вот, потому что ты же понял, ты закончил вот таким форматом, и тебе надо им начать и продолжить. Да. Домой! Краска кончилась!